Друзья, всем привет! Сегодня 9 сентября 2019 года. Короче, проснулся где-то 4:30. Сейчас уже 6 час. В общем, решил гонять на уток. Посмотрим, что дальше будет. Попёр. Чё, друзья, нахожусь в угодьях. Заряжаю волыну. Сейчас проверим на лужах. Вот там, может, что есть. Светлая луна. А лужа села утка. Далеко, сука. Темноватый горизонт, друзья, был. Темноватый. Сейчас сюда присесть, Марк, и ждать опять залета утиного. Крикаш прилетел, друзья. Упал под ранок. Куда-то сюда. Короче, подранок в камыш упал. Я его потом поищу. Друзья, собираем маслята.
Все хорошие. Вчера с женой тоже где-то по ведру насобирали масляточек. А тут, видите, прям в кучке. Не знаю сколько. Вот уже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9 штук, и все хорошие масленки. В одной прям кучке, друзья. Пятерка взлетела, друзья. Под осиновика 2 штуки. О. Че, друзья, уже, наверное, 3 косача видал. Под березовиков полурюкзака набрал. Маслят тоже, наверное, с ведра нарезал. Вот. Сейчас вот вышел на полянку. Нашел вот такого вот барсука. Сдохло. Че с ним хрен знает. Такой дохлый барсачок. Телепушечка вот здесь такая вот. Короче, друзья, взлетел еще один косач с дерева, не успел я. Вот нашел вот такой подосиновичек, хорошенький. Хорошенький подосиновичек, видите, по сравнению со мной какой здоровый. Нашел еще вот такой какой-то грибок. Ну, понятно, под березовик что ли. Но он червивый, друзья. А ножка хорошая. Еще один подосиновик, друзья. Угу, хорошенький. Ближе к дороге. Нормально. В одном месте сразу вот 3 штучки нашел. Но вот это, наверное, старый. Старичок. Старый, ага. Вот старый. Но ножка должна быть хорошая. И вот эти вот 2 хорошие. Короче, друзья, нарезал подберезовиков, коровников, подосиновиков, волнушек, маслят. Полный рюкзак. И в мешке столько же. Сейчас домой поеду. Ни одной утки не взял. Да и хрен с этими утками. Ну, уток максимум штук 5 бы можно было добыть. Грубо говоря.
Но они бы в рюкзаке столько друзей не занимали места. Сколько вот этих... Друзья, смотрите. О, и вот. Растет. Короче, подошел к этому грибу, потом думаю, оставлю, раз уже рюкзак, короче, закрыл. Потом думаю, не, возьму, в мешок унесу фалоры. И смотрю, еще три, короче, растет. И в итоге вот четыре штуки. Все, короче, попозже сюда. Друзья, я добыл уточку. Надо идти доставать. Обойду сейчас. Все, друзья, вот в таком водоемчике. Сейчас попытаемся не искупаться. Достать по-бырому уточку. Тут их три было. Вот одну хлопнул. Вон она лежит, видите, друзья. А две там потом взлетели. Одна после выстрела. А вторая минут через пять, наверное, взлетела. Оттуда вот с кустов. Утенок. Широконос. Широконос, друзья. Видите, в голову попал. Вот широконосочка. В голову прям попал. Вот. Такого же я веслом убивал. Ладно, поперли. Так вот, парковаться будем сейчас. Потихонечку. Чтобы не перевернуться. Самое главное, за дерево взяться. Вот так, ага, взяться. Ну а тут уже, не кульнувшись, кстати, сюда камеру цепляю. Да. Ну все. И грибов набрал почти мешок, и утку завалил. И нашел, где косачи, опять же, лазят. И нашел еще грибы, друзья. Коровники, короче, там. Надо будет идти. Ребятки, сегодня это все нормально. Выбираемся в сторону дома, друзья. Фу. Отметил широконоску. Не знаю, сегодня 10 или 11, может 9 число. На 10 поставил. Видали, сколько грибов? И рюкзак полный.